Гена весь. Прибираем последний мусор. Ну, тут, думаю, все догорит. Все. Ну, еще терпимо. Надеваем перчаточки. Уха. Беремся. И догонять напарника, который час назад уже ушел. Ну, потому что у него ходкость меньше у лодки. У меня ходкость больше. Шустрее лодка идет. Если будет плохо, вот достану. Буду от них отмахиваться. Очки. Практически все. Ой, блин. Не хочется ноги мочить. Жарковато. Ну, пришлось длинную одеть, потому что жиру вот самое непонятное крепление, как оно будет. Тут, в принципе, нормально. Нормально. Остойчивость. В меру. Вода не нужна. Тут вечные проблемы. Правильности. От того, как сядешь в этом тесном судне, зависит комфорт. Без комфорта, конечно, хотелось лодку получше, но не получилось. По объему. Все. Оп. Никто не забыт. Традиционно. О, неустойчиво осталось. Что-то немного не так. Грузанул, ну ладно. Чуть-чуть это вверх ушла центровка. Ну ладно. Все. Погнали. Следующий день приключений. Поднять воротник. И выходить на струю. Много то идет шустро. То есть скорость. Ух. Жара спала после дождика. Но мрази всякой вот меньше не стало. Морска. Поэтому надо использовать утренние часы максимально эффективно для хода. Что будет в обед, там страшно. Вот смотрите, какие горы, какие скалы, какие что. Я это место много раз показывал. Но еще раз можно показать. Утренний. Фантастический. Ой! Зараза. Никакой спрей от них не помогает. Он какие ответные.
вот уже дно появилось. Опасно тут. Главное не цепануть дно. Остальное мелочь. Да, гружена хорошо так волну прибирает. Ну что поделать, что поделать, так вот. Цена комфорта, риск. Но зато комфорт — это класс. Таких условий. И солнце начинает жарить. Ух, как меня заносит. Корма-то тяжелее. Старое русло заболочено. Оба. Дерево по курсу. Уходим в сторону.
вами Юрий.